На катке главного храма вооруженных сил Российской Федерации состоялся мастер-класс от легенд хоккея, олимпийского чемпиона Василия Первухина и заслуженного тренера СССР Игоря Тузика. В мастер-классе приняли участие ученики школы номер 12, воспитанники спортшколы Одинцова, ребята из команды «Армада» 2010 года рождения и их тренер Дмитрий Коломеец. После занятия всем юным спортсменам вручили памятные шарфы с символикой 75-летия хоккея в России.